последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы. Разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для нас, для наших граждан. И тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. Но все же главное – это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств. Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере. И все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию.